Впервые за 6 дней мы шагаем на улицу. Что в конюшне нереальная духота. Хуй же улица не видел. Не вижу. Да, Сенька? Арсений Быков. Спортсмен выступает на лошади по кличке Лабрадор. Спортивная школа номер 15, город Рыбинск, Ярославская область. What you say? That you only meant well, 'cause you did. What you say? That it's all for the best, 'cause it is. На старт приглашается Анастасия Прозорова. Спортсменка выступает на лошади по кличке Джордан. Ника, расскажи, что на наших тарелках. Давай. Я не буду говорить. Маш. Давай, пожалуйста. Нет. Лиза, расскажи, что в твоей тарелке. Еда. Давай в рэпе. Можешь в рэпе. Давай, я верю в тебя. Итак, на своей тарелке я вижу плов. Сегодня в конкуре у меня крутой улов. Я получила одну медаль за второе место. Кили-кили тесто, жених и невеста.
на твоей тарелке? Давай, рассказывай. Ты? Ну ладно, идите в задницу. Когда жрем плотно пополам. Это как, знаешь, это спагетти, одну макаронину жрут вдвоем. Да. Где Тиночка? Тиночка пошла еду хавать. Ксюша, ты что? Нормально? Да. Выписка за день. Да. Один что, когда пошли? Сегодня мы присутствуем на международка. Райдерс пати в Максиме. Итак, прошу, проходят международные турниры по соревнованиям, да. Нет, вообще, где ты не наш спортсмен? Вот. Да ё-моё, прокидка, ты чё прикалываешься? Глист в скафандре. Давай, смотри, наш пошёл. Опа! О, успешно! Никаких падений. Никаких. Всё. Надо потом у него интервью взять. Не забудь. Садник, можно взять у вас интервью? Конечно. Итак, что вы можете сказать о преодолении данной высоты? Стой, аккуратно. Это высота очень аккуратно. Сложная для таких лошадей, для имеющихся для у вас лошадей, но справляются. А как у вас вот с ними, с левой и с правой, да? У меня две ноги, у меня лошадь две ноги. А голова? Вы в паралимпийской сборной, да? Среди коней. Паш, давай еще раз. Давай, иди снимай. Я снимаю заезд, да, все не нормально. Не упала. А теперь давай так же, как Глеб. Иди сюда. Совет. Знаешь, как надо делать? Все, расколбас пошел. Нет, ты закрывай рукой больше, да. Деп. Отлично. Да, потом закрывает. Это... А потом надо провести баттл челлендж. Я не смогу рифмовать больше 8 строк за раз. О, Господи. Да не этот баттл, а этот баттер, когда бутылку кидают. Ой, опасно. Это было очень опасно. А что случилось? О, сейчас сам. Ой. Облизала жертв. Это было очень интересно, Лиза. Давай, главное, сейчас будет главное, мясо! Главное команда. Ой. Остались одни мужики. Бой идут одни мужики. Москва и кто-то там. Высокий, тощий, тонкий. Окей. Браво! Давай! What you say? Oh, that you only meant well, cause you did. Пошло не так. Отказали левая и правая, а газ и тормоз и подавно. Подняла? Да. Так ты под ней проходишь, как ты ее прыгаешь? Он может без лошади? Давай! Ёда, нет. Иди сюда. Еще раз. Второе интервью. Как ваша нога? Отлично. Отлично, ее нет. Подвела, а левая осталась, как верная подруга. О, сейчас будет лимбо в обратную сторону. Лимбо. А потом это в обратную сторону, ведь? Сиськами собьем. Ксюша, да. Ксюша особенно. Давай. Опа. Пошел. Это сколько? 2 метра? Офигеть. У меня Игорь в шоке. Снимаем муравьев. Это уже мощность пошла. У них, видите, безопасный жилет на пружине, все отскакивает. Что ты делаешь? Порой отжимаешь.
как они нас отпудохают. Иди вот у него интервью возьми, у мелкого. Мелкий. Эй, эй, парниша, что ты скажешь о прыжочек соревнованиях? Ничего. Ну что, как высота, не страшно было? Нет. Тебе понравилось, будешь еще участвовать? Да. Что можешь о своей лошади сказать? Не знаю. Капитан, берем. Наша лошадь. Отлично. Давай, оборачивайся. Лиза. Понятно. Это не постановка, ни капли. Зарифмуй что-нибудь из своих текстов. Из моих, говоришь? Да, только приличная, пожалуйста. Нужно вспомнить. Чтоб без 18+. Только я подальше отойду и буду вот так качать, типа, бит. Блин, что-то из головы вылетело сейчас. А не про подвес... Подожди. Давай, давай. Да, нет, давай, начинай. Подожди, подожди. Давай, начинай. Они проповедуют порядок во мне лишь. Хаос больше, чем стрелки на глазах. Эми Вайн. Хаос. От хаос не несет уют. Так понись. Градус. Меняю виски на вино. Превращая жизнь в авторское кино. Я это видела в инсте. Ну, ок. Ладно, я посмотрю другие тексты. У меня там паразит. Паразит уже был. Паразита вы увидите в следующей части блога. Вообще-то это было до. Паразита вы можете посмотреть в прошлой части блога, переход по ссылочке в описании. Или кликните на мое лицо. Итак, открываем список моих текстов. Смотрите, перед вами новая рэп-звезда. Black Star. Или как ты там? Фу, я из Вагабунд, клан. Ладно, ладно, я просто не шарю. Я знаю, что от этого всего жутко разит ампиром. Такая типа равнодушная, что могу править миром. Но сердце будто не стучит, но не слову вампиром. Когда вижу фото левой бабы со своим кумиром. С Глебом таки. Типа упала. Обморок. Иди потопчись по мне. Ты дурак, я не видно. Давай, топчись еще раз. Зарифмуй. Открой мне дверь. Это нужно, поверь. Я уеду жить в Тверь. На, пожри теперь. Да. Теперь давай эпично хлобись. Ну, я думаю, это без слов. Мне принесли сено клочок. Жаль, что это не классный мужичок. Я хотел бы вкусный сучок, но однажды волк меня куснул за бочок. А на мне завтра поедет червячок. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. МС. МС фальшивомонетчик. МС пчела. МС пчела снимает это видео. Да. Нет. Шутка не зашла. Поверьте, она зашла. Куда? Вам прям говорить? Направление показать. Все, заканчивай. Сюшиного блога. Сейчас я покажу вам кадры шоу 18+. Это будет лучшая часть этого блога. Итак, вы узнали все секреты, о которых хотели узнать? Сеня, ответьте на пару вопросов. И возьми бумажки домой, у нас случилось. Давай возьмем. Она закрыта. Твоя перемога, да? Во! А, нет. Я сейчас обоссусь. Ну что ж такое-то, сейчас сидит, не выходит. Открываю глаза, ты считаешь верста, остается верста, там рота блокпоста, как Мэри Пикфорд.
немецкая мова. Тебе это не снится, она граница. Свой день рождения проводишь явиться. Вот приключения, о них ли мечтала? Разоблачение, не стало. Страшиться ублюдков тебе не пристало. Опасная леди, рисковая дама, что на бумаге это ты просто... драма. Лиза! Пишу о тебе, как объявление. Упс. Пишу о тебе, как объявление, где, если не точно, где-то, простите, свои стихи посвящу Маргарите. Какой Маргарите? Вот это поздравляю с днем рождения, ты Марго. А теперь пошли в скрытую камеру. Давайте другой текст. Не знаю, сейчас обоссу здесь реально. Время читать. Оксимирон обрастить. Итак, поехали. С точки А в точку Б вышел юноша, бледный, со взором горящим, который слегка располнел, пробил доспехи, женился на прачке. Только в каждой второй тут их рой, тут отряд не заметит потери бойца. А жизнь учился у мертвых, как предзидатские тени отца. Говорят, кстати, ранг не надо, соблюдать мой ранг дух, да, было знать все ранки, рамки и табли ранга, как зад бумеранг не надо, рано. Мир все тот же, кроме того, что ты видишь подошву, исходишь из станции. Это сомнение ложь, или под кожуской спорить, прорезы панцирей, но ты же вроде делаешь деньги, что ж другие втирают их десна, а вокруг только терни, терни, терни. Блин, когда уже звезды напролом, как обычно, через бревна, бревом колючки, Лиза, прервись, пожалуйста, я пописываю.